Mein Gott, ich hab doch nur Spaß gemacht. Dieser unziemliche Übergriff hätte ihm beinahe den Job, als Verbet sollte man sich sorgfältig aussuchen. Er sollte auch eine Strukturtapete haben, blickt vom Vorabend zurück. Was bleibt? Zugegeben, bei Marilyn Monroe war die Nummer irgendwie aufregender. Hilfsbereite Hauskatze möchte so gerne die Fische füttern. Ehrlich. Harras hat heute keine Lust, sich von kleinen Menschen etwas vormachen zu lassen. Stachelbär. Добро пожаловать на выставку кошек. Это Вискерс. Он любит ходить по верхушке забора. Я думал, что у меня одна лапа длиннее другой. Оптия, ich will töten. Überlegen, womit ich anfange. Zeitigt erste Erfolge. Ist, klingelt es. Und wenn Pferden langweilig ist, ich komm erst wieder hier runter, wenn jemand Süßer zu mir sagt. Sind nicht so friedlich, wie es die meiste Zeit den Anschein hat. Katapulte. Der Mund war groß, der Hals war lang und es klang scheußlich, wenn sie sang. Wie wär's denn mal mit Tischmanier? Только бы не залаял, он сразу же лопнет. Naja, und mit Katzen sieht das alles natürlich noch viel, viel eleganter aus. Bye.
Kleptomanen und landete im Knast. Das finde ich aber total doof. Может быть, вам стоит помочь ему и поставить мусорный ящик поближе к дому? Потому что он говорит, под кроватью живет чудовище. Лет, что делает их несколько заносчивыми. Кошки не только сообразительнее собак, они еще и занимаются боксом. Зрители в восторге, какая выносливость. Какая самоотверженность. Смешное видео началось. О птицах. Ну давай, потом получим за это видео 100 тысяч. Кошка делает сальто, еще чего-нибудь. Так, теперь здесь? Так-то лучше, одну минуту, теперь здесь. Добро пожаловать в мотель номер 5. Seit Walt Disney nicht mehr lebt, fallen solche Szenen leicht, etwas bemüht und delikat aus. Jumped off a bridge, you would too. Well, don't. The Jehovah's Kitties. Вы даже лучше. Ну давай, стукни по мячу. Я покажу, на что гораст. Была команда сидеть. Пытаюсь вспомнить, но не могу сидеть. Все. Специальная программа для домашних животных. Любимец семьи тренируется на большой лестнице. Я преодолел лестницу. I told you, I ain't seen your banana. You try that again, you're not getting any pocket money. Oh, God. Watch him, wait. In diesem Zoo werden häufig Werbespots für Tiere. Пора подкрепиться. Wirklich ein poetisches Schauspiel. Смотри на меня. Смотри, что я умею. Тройной кувырок в щенячий деликатес. Вот сейчас. Прошу прощения. Можно только через полчаса после еды. Ой. Точно. Ой. Точно. Не узнаю свой дом. На дворе все поменялось. Этого забора раньше не было. Могли бы заранее предупредить. Приз «Самая ласковая кошечка» получила Мафини. Сиди смирно, мальчишка. У тебя на лице еще есть питание. Очень вкусно. Чтобы мне тебя подарить, знаю. Позволю тебе использовать мой хвост вместо шапки. Я часто тоже слишком устаю, чтобы готовить. А какое вино ты подаешь к печени и потрохам? Вам не кажется, что человеку игра нравится больше, чем коту? Пусть и едят одинаково, но если они будут одинаково умываться, мне страшно. Robin anschließend einen grünen Punkt auf die Pobacke.
Komm. Um ein Haar. Kurz vor der Abreise nach Disneyland. Можно!